Казахстан отличается от других стран своей родной. Очень дружелюбный и всегда рады, что гостей встречать. Очень такие дерзкие пацаны. Просто не хочу сейчас хвастаться своими там предками, но они были непростые люди. Цепные, как бы, кочевники, но всегда кочевали. Как бы, очень воинственный народ казах, так. Всегда у нас казахи вообще ценили своих батыров и аханов. Они всегда любили их, в принципе. Свой батыр, батыров всегда вспоминает, и они гордятся, в принципе. А так, для нас это как бы это культура, это наша. Как бы, для нас это большое значение, мы это пьем. Рыбачили или где-то там по деревьям вылазили фрукты, там, там соседним улицам люди, мальчишки собираемся и все играли, так чего-то всегда. Братья меня старшие заставляли почему-то драться. Так. У нас ты вот так спрашивал, ты будешь с ним драться? Я никогда не отказывал. Да, говорил всегда. Вот все начался потом махать. Так. Тоже редко всех почти выигрывал. Только кто меня выигрывал, они были намного мне старше. Он у меня сразу понравился. Я с детства любил, в принципе, так. А я с детства вот как-то на базар ходил. У нас все бойцы. Что увидел там? Вот, раньше был DVD-диски, и там начался бои, там клетка, там как раз там тогда было Pride, UFC. Интересно, Федор Емельяненко был тогда очень крупная звезда была тогда. И Мирка Крокот очень тоже сильно нравился, какой он ударный был, высококлассный. Потом уже, когда ты сам все говорят, это бои без правил, это там типа самые сильные люди, типа, не знаю, чувствовал, что почему-то так. Вырасту и такой же спортсменом стану. Начал когда самбо заниматься, он когда наш тренер. Начали. Стало, как я уже полностью ему пришел. Я другим соревнованиям вообще не уступал. Люблю так выступать. Надо молодым ребятам дать шанс, в принципе, так. Вот сейчас выиграл. И все. Оттуда начался потом потихонечку карьера. Цели поставить, я когда выступал в организации М1, скорее всего, быстрее забрать поезд было. И, в принципе, я его забрал и защитил, и попал в UFC, и все. Задача. The first fighter to sign with the UFC out of Kazakhstan, still undefeated, Shavkat Rakhmonov makes his debut tonight. Первый бой мне приходил с бразильским ковбоем Алекс Альвейра был. Он был ветераном, можно сказать, и все. Он очень много боев проводил. This young man believes fully in his ability to compete with the best in his division. Oh, and a big knee to the body from Rakhmonov. Oh, guillotine attempt, John. Oh, it's deep. Oh, wow. He's got a great guillotine. There's the tap. Remember the name, Shavkat Rakhmonov, with a huge win in his debut. И потом второй бой тоже. Никогда второй соперник, Мичел Прозерис, получается, он тоже никогда досрочно не проигрывал, в принципе, там. Всегда он тикдауна делал со своим соперником. Ничего не смог тоже сделать. Step in B for Rakhmonov. He's got weapons everywhere. That's what makes him so dangerous. Oh, he's got it under the neck. There's the tap. Wow. Shavkat Rakhmonov still undefeated. You're not going to find a brighter prospect in the welterweight division right now. He is 14-0 with 14 finishes. A lot of hype around Shavkat right now. Obviously, when you're undefeated and they're all finishes, that's going to happen. Oh! Oh! Spin kick sets him down. Уже топ-15 я попал уже тогда, после третьего боя. И потом четвертый бой у меня как раз Мегни был свободный, он как накричал, давайте, кого угодно меня дайте. Я говорю, давай, сюда иди, короче, со мной, я тебе покажу, что такое ММА. И все. Для меня было, наконец-то, серьезно, один из серьезных соперников, потому что у него имя было. Он всегда дрался топом и всегда был в топах, позициях было.
sinks back into it with short time. Oh, he's trying for it here. There's the tap. Oh, wow. Still undefeated and still has finished every single fight. Очень крутая, в принципе, так. Это просто казахстанский национальный традиционный как бы балонный бар, тумах называется. Ну, звери можно, шкуру сделанную, можно сказать. Вот, просто хотел показать, что тоже у нас есть головной убор, но она, в принципе, как бы показать, что казахстанский головной убор, наша культура какой-то часть там. Что узнал мир? Люди будут больше узнавать, кто такие казахи, какие у них характер, какие они бойцы, в принципе. В принципе, как бы показать, что казахстанский головной убор, наша культура какой-то часть там. Наши как бы предки там. Кочевники всегда очень хорошо воевали. Они могли просто седло сидеть и соперника, получается, как бы врагу попасть, но, можно сказать, даже сердце могли точно попасть, потому что они метки были стрелкам из лука. Для казахов, конечно, эта лошадь была одним из самых любимых животных, потому что всегда другими делами. Как свою карьеру закончил, и буду часто ездить на лошадях участвовать. Любому иностранцу надо приехать и конечно попробовать надо. Мне кажется, вот там. Любому туризму. У нас туризм только начинает развиваться, в принципе. Люди думают, больше будут узнавать. Мы вот спортсмены и как. Ассаламу алейкум. Ағай, жоғыра шығыңыз, отсюда. Жо-жоғы мұнан жер, бұлай бұл. Қарсы ол, есікке қарсы. Ближе же к мясу, ты че? Сер, отыршы. Можно, да, мне? Можно, конечно. Мы находимся сейчас в предгорье Залисского Алатау. Место называется Тавасу. Это вот как раз-таки, где в основном горы везде. Здесь чистый воздух. И вот юрта – это национальное как бы наше достояние, то, что наши предки раньше жили в таких юртах, принимали гостей. Я думаю, Шавхат, секрет Шавхата отчасти есть и в этом, что он есть кумыс, пьет кумыс и ест конину, да? Конину. Кто не кушал конину? Главным блюдом всегда является бишбармак, где мясо. Здесь конина получается. Джалам джая. Также молоко, кумыс. Я думаю, это вот секрет всех сильных казахов. Покушали в казахском, можно сказать, национальный напиток кумыс, это тоже. В основном гости куда едет сюда, что там. Не знаю, все разные. Кто-то кому-то первый раз понравится, кому-то там 2-3 раза уже кушает, уже привыкает и начинает нравиться, потом чувствует, что это очень вкусно и все. Здесь вот наш старший, мой тренер личный, Баян Жангал. Вот мясо красиво он, самый дерзко нарезает. Никто так, мы не умеем, в принципе, так и оно есть. Каждый народ поймет, что это кочевник, что наш народ, они были кочевниками, вели кочевой образ жизни. Но это, опять же, часть нашей истории, часть нашей культуры, и поэтому вот, и мы стараемся быть достойными своих предков. Я, получается, меня кто UFC первый подписали? Из мужчин я кто первый победу одержал, получается, в UFC? And a big knee to the body from Rakhmonov. Oh, guillotine attempt, John. Oh, it's deep. Oh, wow. There's the tap. Потому что для меня это честь. Я просто не просто так выступаю. Это не всем дано, чтобы быть чемпионом. Это какие-то там, не знаю, как-то это крови может быть что-то. Oh, he's got it under the neck. There's the tap. Wow, man. Still undefeated. Потому что минетки это казахское. Меня Бог не просто так дал, что такой характер. Пока у меня есть огонь, у меня есть желание, я буду выступать и добиться успеха, и забрать пояс быстрее. Все. Надеюсь, уже скоро будет, можно сказать, сами пояс. Для этого я здесь.